Совершенно точно, что красота – это признак здоровья. Я вам уже об этом когда-то говорила. Именно поэтому некоторые лица мы воспринимаем как красивые, а другие нет. С эволюционной точки зрения, человек всегда стремится к контакту со здоровым партнером для того, чтобы подарить природе точно такое же здоровое потомство. Сегодня мы поговорим о стандартах красоты, которые продиктованы нам не современностью и модой, а которые продиктованы нам самой природой. И расскажу, что мы можем сделать для того, чтобы приблизиться к совершенству. Итак, какие же лица мы считаем красивыми? Кстати, на заметку девушкам, мужчины в первую очередь во внешности женщин выделяют черты ее лица. И ни длина ног, ни размер груди не способны зацепить мужчину так сильно, если с ее лицом что-то не так. Конечно же, в первую очередь все подсознательно обращают внимание на цвет лица и состояние кожи, потому что состояние кожи выдает нам буквально весь букет всех тех заболеваний, которые у нас имеются в организме. Но цвет лица может вам как минимум рассказать о том, устал человек, выспался он в конце концов или нет, потому что, между прочим, последние исследования доказали, что если вы не выспались и попытались в этом состоянии зачать потомство, то гены будут не самыми лучшими. Действительно, отсутствие сна влияет даже на качество потомства. Но многих девушек беспокоит лишь только та цифра, которую они видят на весах, и поэтому они изнуряют себя всевозможными диетами в погоне за стройностью и не подозревают, что вместе с теми 10 килограммами, которые они потеряют ровно столько же здоровья. Поэтому, если вы гонитесь за какими-то стандартами красоты, которые существуют сегодня, все-таки не забывайте о том, что природой красота продиктована нам как здоровье, не теряйте его. Еще один фактор, который определяет сексуальность и красоту человека, это фактор симметричности. За последние десятилетия психологами было опубликовано множество материалов, которые показали, что люди выбирают те фотографии, точнее тех людей, которые изображены на фотографии, у которых черты лица наиболее симметричны. И природа это подтверждает. Любое животное делает выбор в сторону своего партнера, пытаясь понять, какие же у него гены, насколько они хорошие, определяя их по внешним характеристикам. Симметрия лица у человека – это одна из тех характеристик, которая говорит о том, что человек обладает хорошими генами, они более устойчивы к каким-то вирусам, иммунитет у них гораздо выше, и вообще они живут дольше и более качественно. Не будем далеко ходить, возьмем хотя бы проблему с прикусом. Признавайтесь, кстати, у кого есть проблемы с зубами. Даже если эти проблемы очень маленькие и их не видно на переднем ряде зубов, они незаметны, тем не менее они деформируют лицо. И с возрастом эта деформация, к сожалению, становится все более явной. Такие люди, точнее лица таких людей стареют быстрее, и старость, как вы понимаете, их не очень привлекательная. Ко всему добавьте сюда такие проблемы, как повышенная стираемость зубов, подверженность заболеваниям лор-органов, проблемы с пищеварением, развитие пародонтоза и кариеса и даже нарушение осанки. Да-да, спросите, кстати, у своего ортодонта, он вам расскажет об этом более подробно. И мне лично понятно, что имели в виду ученые, когда утверждали, что асимметрия снижает сопротивляемость нашего организма к всевозможным вирусам и болезням. Я понимаю, конечно, что носить железные брекеты иногда даже достаточно длительное время не каждый может выдержать. Я надеюсь, что та информация, которой я сейчас с вами поделюсь, очень вам пригодится и поможет с легкостью поправить вам те недостатки, которые есть в вашей внешности и с вашим здоровьем. Итак, элайнеры Star Smile – это незаметные со стороны капы, которые не вызывают никакого дискомфорта. Так как они съемные, с ними легко чистить зубы и принимать пищу. Их можно носить в любое время и абсолютно везде, не стесняясь и не боясь за то, что кто-то их заметит. Элайнеры изготавливаются с помощью точных компьютерных технологий последнего поколения с использованием 3D-принтеров. И еще перед началом лечения вы увидите прогнозируемый результат своей улыбки. В интернете вы сами сможете найти очень много положительных отзывов о лечении данной системой. Пациенты остаются довольны как результатами, так и отношением к себе. Цены на такое удовольствие начинаются от 100 тысяч рублей в зависимости от степени сложности. Но у меня для вас очень хорошая новость, потому что компания Star Smile любезно согласилась предоставить моим зрителям промокод, по которому они, то есть вы, можете получить очень приличную скидку. Каждый подписчик получит скидку в 30 тысяч рублей, а также возможность выиграть лечение бесплатно. Выигрыш
выше может достигать 220 тысяч рублей. Просто пройдите по ссылке, зарегистрируйтесь на сайте и введите мой промокод. И ждите звонка от официального производителя эйлайнеров Star Smile. Все подробности в описании под этим видео. Там вы найдете все условия, все необходимые ссылочки. И я очень верю, что кому-то это действительно поможет приобрести и красоту, и здоровье, и уверенность в себе. Ну и четвертое – выражение вашего лица. Следите, пожалуйста, за тем, какие эмоции выражает ваше лицо. Попросите, например, вашу подружку, чтобы она как-нибудь сняла на видео ваше обычное состояние. И хоть раз в жизни посмотрите на себя со стороны. И после того, как вы увидите эту картину, задайте себе вопрос: а вы бы хотели познакомиться с такой девушкой? Я убеждена, что большинство девушек, они даже не догадываются об этом. Как правило, большая часть своей жизни пребывает в таком состоянии, знаете, вот брови вот сюда в кучку, вся в каких-то проблемах, заботах, что если бы они хоть раз в жизни увидели себя со стороны, то просто бы испугались. Но они сидят и недоумевают, почему никто с ними не хочет знакомиться. Вы можете прекрасно выглядеть, вы можете за собой ухаживать, но если вы там, не знаю, не какая-то супер вообще блестящая красотка, хотя даже и таких может испортить выражение лица, то ваше угрюмое, вот это вот сосредоточенное в какое-то вот на проблемах лицо, уткнувшееся в одну точку, мало чем выделяет вас из толпы таких же угрюмых девушек. Ну и, конечно же, помните, что те эмоции, которые чаще всего отображаются на нашем лице, в буквальном смысле запечатляются там навсегда. И мы даже стареем, соответственно, тому, какие эмоции мы переживаем в своей жизни. И если вы открытый, жизнерадостный человек, то и с возрастом вы будете становиться только лучше и краше. Да и, конечно же, люди к вам потянутся. И мужчины, знаете, мы от мужчин очень многого требуем. Мы хотим, чтобы они первые делали шаг, чтобы инициатива всегда была на их стороне. Но при этом мы не понимаем, что мужчины точно такие же люди со своими страхами, как и мы. И когда они видят девушку, у которой на лице написано «не подходи, а то убью», то какой бы он ни был решительный, только совсем уже отчаянный какой-то голодный мужчина, может быть, к вам и подойдет. В общем, любите себя, ухаживайте за собой и помните, что наш имидж – это не только наше тело и наша внешность, но и коммуникация. И, кстати, пишите в комментариях, какие темы вас сейчас больше всего волнуют. Темы отношений между мужчиной и женщиной, может быть, какие-то назрели у вас уже вопросы, задавайте их в комментариях. И самое интересное я разберу прямо в выпуске, как наглядный пример. Надеюсь, что такой формат тоже вам понравится. Если вам нравится эта идея, тоже ставьте лайк. Ну и, в общем, пока!